Саратовские школьники начали проявлять интерес к рабочим специальностям. Об этом рассказали специалисты на пресс-конференции, которая прошла на площадке Московского комсомольца в Саратове. Профессии менеджеров и юристов учащихся интересуют все меньше. Связывают это в том числе с тем, что в современных школах стали больше внимания уделять тому, к чему у ребенка есть склонность, и развивать заложенные навыки. Так, в физико-техническом лицее в прошлом году открылся Центр молодежного инновационного творчества. Это дало школьникам возможность на практике изучать такие серьезные предметы, как математика, физика, информатика. К нам потянулись студенты, аспиранты, преподаватели вузов, технического, классического. И появилась возможность уже сотрудничать с теми же университетами, совершенно на другом уровне. И так, я считаю, появилось вот как раз то, что мы называем сетевым взаимодействием. ВУЗ, СМИТ, лицей. В Саратове сейчас стараются провести ряд психологических тестов с каждым ребенком. Они позволяют определить, гуманитарный или технический склад ума у школьника. По результатам тестирования родителям могут порекомендовать учебное заведение с углубленным изучением предметов.